продолжаем играть мод Фюрерайх за Соединенное Королевство. В общем, тут я за кадром в прошлой серии, да, давайте сначала подведем итоги прошлой серии, что было. Мы смогли высадиться в Италию и ее, в принципе, взяли. Ну, кроме Сардинии и Албании. А так мы всю Италию взяли под контроль. Плюс еще в прошлой серии иранское государство вступило в наш блок. Ну и мы сражаемся здесь. За кадром я немножко здесь посражался. Пришлось взять войска. Это еврейского протектората, да? И поэтому мне пришлось самому их войсками руководить. Потому что сами они ничего сделать не могли. Ну, в общем, мы доходим до заходим в Дамаск, столицу... кого же это? Иордании. А, королевство Машрик, да. Ну, у них столица, наверное, никуда уже больше не перейдет. Мы их сможем капитулировать. Тут я войска пытаюсь подводить. Например, у нас часть сможет дивизии подойти. Наверное, вот сюда. Попробуем как-то наступать здесь, но это сложно. Но главное, наша задача высадиться в Испанию. И вернуть Португалию в свой контроль. Немцы, короче, я не знаю, они здесь начинают проигрывать. Их голландцев начинают выдавливать. Роттердам, Гагу. Они уже потеряли. Даже Эйдхоум, да. И Бреда, Тилбург. Но, да, и французская армия начинает контрнаступление на германский рейх. Не знаю, что это предстоит нам. Но вот выскочил ивентик. И поэтому я начал запись. Представитель доминионов в имперском парламенте. Имперская федерация, которую мы намерены продолжить, будет нелегким делом. Мы должны осторожно маневрировать, чтобы удержать доминионов на нашей стороне для создания основы для такой федерации. Поэтому крайне важно, чтобы мы определились с работой всеобъемлющего имперского парламента и с тем, как лучше всего представлять империю. Принятие доминионами предложенной федерации, вероятно, будет в значительной степени зависеть от нашего выбора в этом вопросе, поскольку система относительно большинства рассматривается как неблагоприятно выгода для Великобритании за счет остальной части федерации. Я не знаю. Применить систему. И что? Если мы применим систему. Ну давай на равное представительство для всех доминионов. Или применим систему. Давайте применим систему. Имперское военное командование возьмем. Так, что у нас тут исследуется? Мы, о, терапин можем взять. Все-таки надо это развивать. Наши десантные войска. Так. Что мы тут можем еще взять? Артиллерию 25-ю фунтовку. Ну и производство тоже сделаем. Как у нас, кстати, с флотом? Я думаю, флот надо вырубать, потому что... Ну, по крайней мере, ну хотя ладно, пока не будем вырубать, высадимся в Испанию, потом разберемся. Высадка у нас сейчас пойдет сразу моментально, потому что у нас прорасходство здесь на море. Да, высадка пошла, 10 дивизий, отлично. Здесь мы смогли взять Дамаск, нормально. Тут сами уж разберутся. Все-таки давай такой новый план. И поможем. Во, ну и хотя и тут мы тоже начинаем наступать. Наши союзники помогают нам. Вроде тут никого нет. Да, в Валенсии никого нет. Значит, отправляем наши дивизии в разные стороны. Чтобы они... Надо тут закрепиться хотя бы. Высадка у нас прошла успешно. Я не прогадал, куда надо. Высадились.
И вот эти вот 14 дивизий тоже пускай плывут. И я нарисую план на всю Испанию вот так вот. Вроде начали нормально оттачить. Ничего, сейчас победим. Так, королевство Машрик зато капитулирует. Иорданию, ну давайте заберем что? Фу, что же можно тут забрать? Ну, давайте еврейскому протекторату отдадим. Иорданию себе, наверное, возьмем. И Дамаском отдадим, давайте. А не можем. Ну, потому что пока забирать я не вижу смысла. Тут тоже мы не можем взять. Вот так вот. Разделим тут. Так, часть пехоты надо отдать. Сейчас подвести нового командующего. Все, они уже тут не высадятся на нашу страну, поэтому мы можем спокойно себе позволить их перевести. Да что ж такое, куда я нажимаю это постоянно? На рапорт всем нажимаю. Так, ну и... Тоже давайте сюда подведем, попробуем. Какой-то, может быть... В смысле? У меня план не рис... Да, мы сейчас сможем, я надеюсь, в Испании закрепиться. Ты тут же не стой тут. Давай, 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 все верно. Имперское высшее командование. Хорошо известно, что тот, кто контролирует военных... Давайте музыку сейчас погромче я сделаю. Хорошо известно, что кто контролирует военных, фактически контролирует страну. Следовательно, тема принятия решения о том, кто из кого будет состоять верховное командование империи, была горячей дискуссией с тех пор, как мы впервые предложили федерацию. Многие из наших владений требуют, чтобы мы предоставили им место для представительства в верховном командовании. Однако наш собственный генерал утверждает, что выполнение таких действий только разделит верховное командование между различными доктринальными мыслями и приведет к дезорганизации в случае требования другого глобального конфликта. Британская, да, конечно. Британское верховное командование будет руководить имперскими военными. Так, это уже в новую надо создавать армию. И давайте общую экономическую политику возьмем. Тут у нас, в принципе, не везде хорошо все идет. Хотя, в принципе, я думаю, мы Испанию заберем. Нормально тоже. И вернем Португалию. Нашего союзника. Ай, план-то у нас не работает полностью. Хорошо, рисуем. Ну, давай пока вот так. Давай в Тарагону зайдем. Тут иди в Уэску. Правильно. И в Барселону. Заходим. Как у нас тут? Тут я не знаю, мы немножко стабилизировали, но... Тут такая жопа со снабжением, поэтому здесь...
пройти будет сложно. Ну а если несколькими дивизиями атаковать, может что-то и получится, но вряд ли. Просто будем долбиться, наверное, остановить придется наступление. О, столица новая теперь. Давайте в Малагу зайдем. Гибралтар вернем. Наконец-то обратно. Свой. Давай, давай. Так, имперская экономическая политика. Имперская экономика – огромная сила на мировой арене, занимающая первое место в качестве мастерской мира. Ее обслуживание – это проблема не только нашей империи, но и всего мира. Поэтому мы должны решить, как лучше всего заключить имперскую экономическую политику в рамках Федерации. Мы можем либо диктовать политику непосредственно из Лондона, либо позволить нашим доминионам влиять на имперскую экономику. Экономическая политика будет продиктована Лондоном. Окей, так, что мы тут можем взять? Окончательная подготовка завершена, состояние мира. Мы не можем это взять. Надо будет в мире состоять, когда мы победим Советский Союз, тогда все будет норм. Давайте пока учредим ИКР. Так, и что? Улучшена нефтепереработка. И что еще? 41 год. Ну, конвейер уже надо делать обязательно. Ну все, тут я сейчас там план останавливаю. То, что это бессмысленно. Нечего тут долбиться. Хотя, если вот тут вот попробовать, давайте попробуем зайти. Давай, мы пробьем Мешхед. Я думаю, давай. Сможем, сможем, сможем. Отлично, да. Хотя бы небольшая победа будет здесь у нас. Мы сейчас тут быстренько уже разберемся, поэтому я не вижу тут смысл вам показывать. Давай попробуем здесь. Так. Бьем эту дивизию. Прямо на Лакаруну может идти. Вот это вот так вот. Вперед! Освобождаем Португалию. Мы сможем, сможем сейчас. Лиссабон сейчас освободим. Ариса просит вернуть им основную территорию. Мы никогда не сможем согласиться на подобное. А ты на Алмаду давай. Да, попробуем ходным маневром. Не так-то все просто. Фонд Итто. Мы сейчас новую будем выставку надо готовить будет. Может быть, смотрите, если пойти вот так. А ты правильно, иди сюда. Португалию мы возвращаем на родину. Гоу, правильно, давай. Да, не, да мы не. Ну, господи, они его уже бесят. Один раз. Что за бред-то? Отказали и все. Нет, мы говорим это 10 раз.
Давай сюда. Сюда и сюда. Надо тут завершить. Вот это вот закрыть все эти территории. И нормально проатаковать. Извиняюсь за шум, микрофон заделся. Чем микрофон? Так, вот наступление на Испанию у нас началось. Ну, на последнюю, да, там, на Ла-Корунью, прочую фигню. Тут я немножко протупил, но да ладно. Ничего, ничего, сейчас пробьемся. Все равно для них это уже похоронный. Тут уже есть дивизии, у которых истощение. Сейчас добьем. В общем, я стал оправдывать против Азербайджана войну, потому что, ну, тут мы вряд ли пробьемся. Это просто, ну, вообще нереально. Ну, только если вот так. То видите, нет, нет. Не получается. Ну, стоим, ждем-то его, ну, жаль. А как-нибудь высадку интересно провести нельзя? Будет попробовать. Да, попробую, может быть, и не надо на Азербайджан. Нет, давайте не будем на Азербайджан, тут 500 дней, это... Такой еще гемор будет. Давай, давай, на Испанию, скорее. Надо освободить Иберийский полуостров от коммунизма. Давай, вперед! Давай, Гимаранж. Надо брать. Давай, не сдавайся. Давай, Оренце, Оренце. И в Лугу. В Лугу тоже надо заходить. Просто с разных сторон будем заходить, не давать им шанс. Да, попробуем окружить. Попробуем окружить вот эти сейчас дивизии. Да, получилось. Yes. Отлично. Теперь в Ла-Корунью заходим быстренько. И завязываем с этим. Капитулирует эта социалистическая Испания. Да. Все. Ну что, здорово, братюни. Вам плохо сейчас будет. Мы можем попробовать здесь вот зайти вот так. Навались, надо порт отрезать. Возьмем порт, все, они тут от истощения сдохнут. Давай, мы можем это сделать, давай, вперед. Да, yes, мы их отрезали, классно. Все, пока. Пока, коммунисты. Пока, просто пока. Хорошо, и теперь давайте еще одну высадку проведем. Проведем высадку на Сардинию. Проведем высадку на Сардинию, потом пойдем уже готовить высадку на Советский Союз. Ну вот куда-нибудь, я не знаю, в Сочи что ли, вот да. Около Сочи, по крайней мере. Грузию-то мы не можем взять. Япония, о, смотри, японцы пытаются тут сделать что-то. Блин, началась бы еще скорее бы гражданская война в России. Это еще было бы лучше. У-у-у, немцев как давит. Все, немцы нам не помогут. Отлично. Это уже, можно сказать, у нас вторая катка в этом моде. Которую я записываю. И Германию проигрывает. Помните, за Россию там мы проиграли. Конечно, это не так. Это не весело. Потому что нам это пригодилось бы. Ой, а тут смотрите.
План, надо готовить высадку в другое место тогда. Вот тут. Ну, в общем, ладно, придется долго готовиться к этому. Обидно, обидно. Ну, а что мы можем сделать? Ничего. Так, фокус какой мы возьмем? Имперский научный институт давайте возьмем. Так, пошла наша высадка. Я надеюсь, она пройдет успешно. Мы хотя бы сможем ее проатаковать потом. Думаю, сможем, я думаю. Попробуем. Попробуем, наверное, давайте еще один флот. Возьмем охоту на конвой, сопровождение. Поддержку морского вторжения. С помощью этого мы хотя бы сможем чуть-чуть их пробивать. 87, давай, давай, нормально. Сейчас пробьем быстренько. Ну, тут самое слабое место, поэтому мы сможем. У нас, мы все-таки империя, поэтому нам легче с флотом этим делать. Мы сможем, что не надо уходить всем. Они некоторые наши сейчас дивизии отступают просто. Все, все, куда? Еще вот этих дивизий сейчас подведем сюда. И просто тут надо Сицилию взять. А, Сицилию. Сардинию. Нормально, Сассари сейчас возьмем. О, португальцы молодцы. Тоже проводят высадку. Давай, давай. Правильно, сейчас окружим еще дивизии, отлично. Давай сюда, на север, ой, на юг, ну что ж такое, что-то я путаю сегодня. Географию. Так, давай. Возьмем сейчас Кальяри. Тут порт, конечно, вот это плохо. Но мы их... все равно их выбьем. Все. Тут, кстати, португальцы, смотри, все взяли. Ну, вот сюда я высаживаться не хочу. Смысл. Смысл за одной точки. Ну, сюда тоже пофиг. Вот сейчас подведем войска туда. Флот весь. Отменяем весь приказы. Да ёлопало. Все, весь флот убираем. Сейчас. А все, почему так мало дивизий? Тоже давай плыви сюда. Бой, одна дивизия даже не участвовала в вторжении. Так, отмена, стоп. Ничего, сейчас мы все сделаем красиво. Но, к сожалению, поэтому взять этот последний фокус мы не можем. Я бы хотел, но, к сожалению, нет. Но зато мы сейчас дух негативный убрали.
королевские морские пехотинцы возьмем. Так, прокачиваем тут строительство. И полевой госпиталь возьмем двоечку. Уже 42-й год, кстати, надо менять тут оружие. Сейчас, так, что у нас старое? Матильда Марк 2, да? Матильду сейчас надо убрать. Кромвель, потому что у нас появился. Больше пока ничего изменить не могу. Не хватает заводов. Давайте построим. Построим сейчас наши заводики. Потому что заводов нам не очень мало, не хватает. Так, давай вот здесь это. Ну, в принципе, все. И пока можем тут пользоваться, будем пользоваться. Так, ну тут можно. Все. Больше нигде. Ну а здесь у нас тупое стоялово. Давай попробуем. Нет, тут бесполезно. Тут бесполезно. Тут тупо бесполезно. Давайте сейчас тогда проведем наши сюда дивизии. И попробуем устроить высадку. Вот в этот советский порт. Короче, нам придется высадку делать вот сюда. Это же марионетка Греции. А Греция не в нашем блоке. Поэтому придется высадку из Ликии делать вот таким вот макаром. Ну ладно, у нас флота много, поэтому мы сможем это сделать. В общем, давайте подготовим высадку, попробуем сюда высадиться. И потом тогда посмотрим, что будет дальше происходить. Ну, если, короче, Германия будет сильно проигрывать, сильно, вот это будет видно, да, то мы, конечно, тогда, ну, объявим войну Германии, может, попробуем как-то поучаствовать. Не знаю. Ну, в общем, из социалистов остался, короче, Советский Союз и Чешская Социалистическая Республика. Ну, Советский Союз, я думаю, мы сами будем выпиливать. Японцы тут вроде бы сделали. Ну, вот я жду, когда гражданка начнется, но вряд ли. Вряд ли начнется. Но будем смотреть. Короче, Бельгию я переманил на свою сторону вот сейчас после Альянса. Я же не буду ее гарантировать. Почему? Зачем мне ее гарантировать, если она воюет с Германией? Я не хочу же с Германией воевать. А так она вступила в наш блок. А, она воюет. Воюет. Нам просто предлагают вступать. Против Германии, да? Ну, давайте, ладно. Ладно, давайте. Окей. Вот эту армию тогда я сейчас переведу. На германский фронт. Окей. Так, а у нас можно мы у Франции, я попрошу, просить право на проход войск? Все, давай сюда подводим быстренько войска и начинаем наступать. Уж ладно, пора тут разобраться, полноценную войну вступить. Он же уже никакой. Германия уже совсем никакая. Так, вот, вроде мы пробили немножко Германию. Сейчас пытаемся взять Берлин. Франция приглашает нас на алжирскую конференцию. Ну давай. Посмотрим, что за фигня будет. Ну все, тут Рейх уже никакой. Он проигрывает тут везде.
Поэтому мы его сейчас легко задавим. Берлин уже французы взяли. Пробуем Бреслау. Чё, Рейх уже капитулирует, что ли? Да, смотри, капитулирует. И чё, это вот всё? Вот этот вот мирный договор такой? Это такой мирный договор? Шикарно. Мне нравится, смотри. Да, поделено. Вот почему мне мод этот не нравится. Потому что вот так вот все хреново поделено. Вот как я не хотел. Ну почему? Ну вот что за мод? Ну сделан разработчики. Ну что вам не сделать, что ли, легко вот так вот не сделать, как взять механику нормальных конференций? Ну. А, есть судьба Германии. Вернуть нашу зону в германскую. Мы создадим королевство Германии. Есть Германская республика еще. Подожди, а какой еще вариант есть загрузить? Подожди. 1 июля, да? Давай посмотрим. Есть республика, да? Ой, есть королевство. Что еще можем сделать? Но мне не понравилось. Вот просто мне не нравится мод именно этим. Что мы не можем ничего сделать. Ты не хочешь? С ними ничего не сделать. Что, давай. Мы разделим нашу зону. Мы создадим... Вернуть нашу зону в германскую. Блин, это континентальная Антанта. Не. Загрузить, подожди. Нет, фигня. Лучше королевство Германию сделать тогда. Окей. Блин, ну бред все равно получается, мне не нравится за это. Давай, появись, ивент, пожалуйста. Да, королевство Германии мы создадим. Подожди, а как сделать нормально, чтобы поделить как-то? Я не понимаю. Вот мне вот этим вот раздражает мод. А как пользоваться Stage Transfer? Тут не работает. Тут ничего не работает. Франция тут все забрала. Вот континентальная Антанта. Ну я понял, с ними надо будет воевать, тогда что-то изменится. По-другому тут я не вижу. Только так. Бред, конечно. Италия какого-то хрена тут взялась, я не понимаю. Как она тут смогла появиться? Третий интернационал, что с Германией воевал? Нет. Ладно, сейчас высадку подготовим, посмотрим. Вроде высадку можно сейчас провести, флот сделаем. Проведем. Ну и самое время Ирану объявить войну Белуджистану. А можно и будет исключить? А, ну вот что за... А что это такое за тупое правило? Лидер Альянса не может исключать из него какие-либо государства. Что это? И как я буду разбираться потом с Ираном? Просто офигенно. Я не знаю, мне этот мод все больше и больше не нравится. Хорошо, давайте флот берем. Сопровождение конвоев.
Высадка пошла. Там вроде... нет. Там никого нет, слава богу. Так, а плывут, да, наши? Япония ищет больше военного сотрудничества. Японский дипломат только что встретился с министром иностранных дел, чтобы обсудить надежды Японии на дальнейшее военное сотрудничество. Он утверждает, что это связано с инакомыслием других союзников. Министры иностранных дел двух стран обсудили пути дальнейшего сотрудничества. Несмотря на концепции, включают в себя некоторые военные игры в другой местности для дальнейшего обучения войск в другой местности и обмена советниками для разработки доктрины. Японцы очень заинтересованы в том, чтобы закрепить свое место в альянсе как неотъемлемую часть. Мы можем обменять несколько военных советников. Почему нет? Японии хороший союзник. Давай. Ну и попробуем, давай. Как-то вот так вот на контрнаступление, что ли. Так, во-первых, стой. Мы не так хотим, я не так хочу сделать. Я хочу сейчас окружить часть дивизий. Тут очень вкусный котелок. Напрашивается там. Мы же видели, да, немножко дивизий. Это нам очень даже поможет. Давай попробуем. Даже одну, вот я еще парочку сюда дивизий отправлю. 3-4 штучки. Так. И вот так. Давай, давай, быстрее окружаем. Да, yes, окружаем теперь. Теперь уничтожаем просто эти дивизии вот здесь, где можем. Все, наступление у нас останавливается. Вот тут нас выбили, обидно. Вот тут плохо. Ну хотя бы здесь. Все, стоп. Ну мы окружили. Это хорошо. Ну и все, тут пускай они готовятся к войне. Пускай тут они закрепились. Ну и будем пытаться как-то побеждать Советский Союз. Попробуем. Так, хорошо. У нас еще есть потом война с Францией. Потом с ней разберемся. Ну, а сейчас мы возьмем... Что взять? Вот. Морские пехотинцы. Я не понимаю, как Италия взялась, но да ладно. Просто понимаете, вот что мне не нравится, мод, это именно разделы, они бесят. Нет мирной конференции нормальной. Японцы смогут потом все забрать, все будет как-то некрасиво. Давайте, ладно, попробуем выбить еще этих. Надо выбить, но их очень мало здесь. Я хочу этим заняться. Давай, Астарбат. Я понимаю, что тут снабжение хреновое. Ну, ясно. Ну, тогда на этом мы серию, наверное, будем завершать. Так, тут нас не сильно выбивают. Надеюсь, нет. Ну, тогда на этом, в принципе, мы заканчиваем эту серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал и знайте, что самое интересное еще впереди. Thank you, guys.